Большой праздничный концерт по случаю Дня России состоится 9 июня в центре Минска. Мероприятие развернется на проспекте Победителей на площадке у Дворца спорта. На сцену поднимутся звезды российской и белорусской эстрады. Свои хиты исполнят группа Любе, ансамбль Сябры, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Зара и многие другие. К слову, в прошлом году мероприятие по случаю Дня России посетили более 40 тысяч человек. В пятницу концерт начнется в 16:30. Вход свободный.